наверное, дней больше всего было. Первые дни, пока мы сидели на заводе, на эти дни самые большие потери пришлись. Там колонны целые разбивали. Угу. Командами у нас просто армии. Уроды конченые. Обосрались, мы все дивизию костеры вбили уже. Там, говорят, команды еще этого хотят судить. Ну, то, что, не знаю, неграмотно спланировано это все было. По его командованию все же. Да потому что у нас дивизия вообще не подготовленная была. Техники сколько ни рабочего было. Ни имущества ничего не выдали, ничего на свете. У нас в Москве, когда проверка, он, пацаны рассказывали, приезжал. Вот перед этим, там, в декабре, в ноябре. Они же с Москвы-то знали все. И приезжали проверять, поняла? Они им, короче, поехали там в сауну, в отель, там поляну накрывали целую. Угу. Бабки давали. Они такие, ну ладно, тогда нормально все, он говорит, у вас будет, напишем, все хорошо. И все. Как, короче, какой-то офицер с управления дивизии рассказывал. На совещании сидят с этим, командующим Южного федерального округа, дворников такой есть, генерал армии. Mm-hmm. Ему докладывают, что типа, ну, укомплектовано, там БТГР, там батальон, столько-то процентов, типа, людей не хватает. Ему пофер, короче. Отмалчивался, ничего не говорил, и все. В Москву докладывал, что все нормально.